Всем привет, с вами Андрей Сонар. И сейчас я собираюсь устроить спонтанную рыбалочку на Финском заливе серии «А что попадется, то и хорошо». Я просто тут приезжал в гости, и так оказалось, что я с собой взял бигфиш-пак, я на самокате, как обычно. Вот комплект уже готов к выходу в море, море спокойно. Поехали! Загиб случился. Кто же там? Хорошо, подсел-то. Наверняка пикаленыш какой-нибудь. А сошел он, сошел. Когда вот такой спокойный, теплый вечер, светит солнышко, и просто хочется быть на воде. Может быть, даже что-нибудь клюнет. Хотя еще по срокам начала рыбалки на дорожку рановато. Вот так сейчас и пойду в сторону города. Когда надоест, просто уйду в берег, там соберу лодку, погружу ее на самокат и поеду в город или на дачу, дача по пути. В этом и заключается вся великолепность моей рыболовной концепции. Мощный дальнобойный самокат дает возможность мне уехать довольно далеко. А самокат я могу погрузить на свой покрафт, который везу в рюкзаке, пройти по воде из точки А в точку Б, и там, собрав лодку и погрузившись на самокат, поехать домой. Если вы то же самое хотите провернуть с автомобилем, скорее всего, у вас ничего не получится. Потому что автомобиль оставляется на берегу, и нужно вернуться к нему. Я же не привязан к автотранспорту, поэтому могу высадиться на берег, где захочу. А вот интересно, с какой я скоростью иду. Сейчас разгоняюсь. 2,6, 3,2. 3,8. 3,9. 4,3. 4,7. 5,3. 6,6. А интересно, 7 получится? 6,9. 7,3. Ух ты! 7,5 километра в час. Вот те раз. Покрафтик преподносит сюрпризы. Тут кто-то очень много и активно плескался, я подумал. А почему бы поплавочку не взять? Поплавочка у меня уже готова к бою. Перевозится в заднем спиннингодержателе. Поэтому даже интересно. Опа! Ух ты! Ух ты! Кто-то клюнул хороший. Кто-то хороший клюнул. Клюнула очень такая зачетная густерина. Я, пожалуй, здесь даже заякорюсь. Чё нет? Густера нам, правда, не нужна. Но расклюет-то. Чё не половить-то? Ух ты, поклевка какая! Та-дах! Кто ж там? Ёрш! Можно сказать, королевский. Такой здоровый ершище. Ой. Сопливый. Поклевка-то такая была. Был поплавок и нет поплавка. О, поклевочка. На этот раз аккуратная была поклевочка. О, еще поклевочка. Опа! Ух,
кто-то серьезный. Какое идет рыбное разнообразие. Сначала густера, потом ёршик, сейчас плотвичка, причем такая очень хорошая плотвичка. Да стой ты. Стой же ты, плотва, я из тебя кинозвезду сделать хочу, а ты упрыгать пытаешься. Блин, от тебя так-то. Все, плотва, ты мне не нужна. Можешь идти. Вот так вот. За 5 минут. Три поклевочки и три разных вида рыбы. Вот за что я люблю поплавочную удочку. Никогда не знаешь, что же там клюнет. Потому что опарика любят все. И это есть сюрприз. Может маленький ёршик клюнуть, а может лещ за трёшку. С одного и того же места. Со спиннингом обычно разнообразие немножко меньше. Ты ставишь определенную приманку и знаешь, что на нее там схватит 1-2 вида хищника. Там, если есть на акватории судак, есть на акватории щука, то, скорее всего, схватит судак или щука. Для окуня размер приманки уже большую имеет роль, большее значение. Поэтому там еще можно выбирать. На окуня, на щуку, на судака. Поплавочная же удочка, она тем интересна. Она преподносит сюрпризы. Опарика любит как самая маленькая рыбка, так и вообще большие, огромные сазаны. Ох, поклевка, поклевка, поклевка. Ох, кто же ты там? Вот это разнообразие. Вот вы полюбуйтесь, чихонь, хорошая, крупная чихонина. 4 поклевки, 4 разные вида рыбы. Я думал, кто тут по поверхности ходит, играет? Это чихонина. Ой, все, надоело. Надоело. Поеду домой. Спиннинг разбирать не буду. Пойду в режиме дорожки вон туда. И там, наверное, буду собираться. Загиб. Хороший загиб по пути. Если там что-то хорошее, это будет замечательная вишенка на торте. Но что-то небольшое. А вот и вишенка на торте. Очередной новый вид рыбы. И на этот раз это пикалечек, судачок. Красиво смотрится на фоне заката. Сейчас отпустим его. И вот на такой радостной ноте, с салютом, я завершаю сегодняшнюю рыбалку. Было здорово, поймано 5 видов рыбы, причем очень быстро поймано в течение небольшого времени. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!